Страшная новость пришла из мира кино и театра. На 68-м году жизни в Москве после тяжелой и продолжительной болезни скончался народный артист России Сергей Сосновский. Об этом сообщается на официальном сайте МХТ имени Чехова. До Московского художественного театра Сосновский работал в Саратове, где сыграл десятки главных ролей. В 2004 году актера заметил Олег Табаков, который пригласил его в труппу МХТ имени Чехова. Помимо этого, Сергей Валентинович регулярно снимался в кино и сериалах. В общей сложности он сыграл более чем 100 картинах. Широкому зрителю он запомнился ролями в популярных сериалах «Каменская», «Солдаты», «Кухня», а также в фильмах «Петля», «Апостол», «Чемпионы», «Быстрее», «Выше», «Сильнее» и многие другие. Звание заслуженного артиста ему присвоили еще в 1993 году, а вот народным он стал в 2004. В личной жизни Сергея Сосновского было два брака. С первой женой он давно разошелся, и это расставание было довольно тяжелым для актера. Он надолго потерял общий язык с сыном и дочерью. Семья распалась, когда Сергей встретил свою вторую жену. Юлия работала костюмершей в театре и была почти на 15 лет моложе. Но это не помешало их отношениям. Возлюбленная стала для звезды поддержкой в тяжелый период жизни. Она помогла справиться с алкогольной зависимостью, и вместе они долгие годы боролись с тяжелой болезнью артиста. В 2017 году актеру ампутировали ногу, которую он сломал в 2016. Это связано с тем, что перелом не срастался из-за болезни, поэтому врачи стали его готовить к операции. Несмотря на проблемы со здоровьем, Сергей Валентинович все же сумел вернуться в профессию. Приносим соболезнования жене Сергея Валентиновича, его детям, родным, многочисленным друзьям, коллегам и зрителям. Вечная светлая память.